Вы думаете, это он? Он. Из носа ему нет. Костлявая. Сам ты костлявый. Поет. Мотивчик старый. Смотри, если не тот мотивчик, полковник из меня сделает козью морду. Беленьким я продаю. Кто ж, папаша, они такие квелые? Ну, какие квелые? Я их только сейчас спрыснул. Мне бы что-нибудь подешевле. На могилу. Тебе, что ли? Больше здесь не стоишь. Чего на могилку? Все равно сопрут. Чисто плюй. Кто бы мог подумать? Вперед. Поменьше? Нет. Поменьше нет, дорогой. А в мешке? Там крупный, дорогой. Так продай крупные. Там нет арбузов. А что там? Деньги там. Деньги — это хорошо. Французские духи есть? Какие? Я рискую. Вы хотели сказать Пуазон? А
А это чьи? От Кристиана Диора. А сам-то он где? В переменной. Ага. Полный пуазон. Кличка, месье. Весь экипаж в сборе. Дивизия укомплектована. Да что у вас, летать что ли некому? Летать есть кому, достать некому. Вот так вот, Парамон Исакич. Доставил. Молодец. Пригласи, Дарчук. Есть. Чёртова машины, колымага какая-то, все ребра поломал. Не надо печалиться, мы же ничего не теряем. Эй! Эй! Ой, Сёмов! Виноват. Больше братолюбия. Вперед! Трампов! Ну, всё. Ну, боже. Давайте познакомимся. Заместитель командира дивизии по тылу, подполковник Скелет. А он шутник. У нас в роду все скелеты. Однако. Скелет? И это нам подходит. Что за смех? Вы прибыли в 26-ю гвардейскую, Полтавско-Берлинскую, ордена Суворова второй степени, тяжелобомбардировочную авиационную дивизию. Ура! Скелет-то рассыпался. Пережал немного. Я не думал, что вы себя будете так вести. На этом моя миссия закончена. Я передаю вас в руки хозяйке нашей медслужбы, капитану Дарчук. Ой. Майор Карась. Я. Гвардии майор Чередниченко. Я. Гвардии майор Грибоедов. Я. Гвардии майор Памиров. Я. А сейчас вам необходимо пройти тщательный медицинский осмотр. Я надеюсь, ваше здоровье не вызовет никаких сомнений у нашей комиссии. Прошу. Thank you.
В моей практике такого не было. А я в них никогда не сомневалась. Ну, Михалыч, Орлов ты нашел. Директор базара сказал, что им износа не будет. Не будет. Как бы на медкомиссии не завалились. Слушай, командир, они же одним экипажем всю войну прошли. Ту-16. Возле штаба, это же их самолет в 54-м демобилизовались. Эх, ты бы видел, как они торгуют на базаре. Во, во. Вот для этого они мне и нужны. Дивизия черт знает, в каком положении находится. Выручат, командир. Они выручат. Годен. Спасибо. Константин Чередниченко. Конечно, годен. А как же? Василий Грибоедов. А. Вполне. Да? Да нет, ну конечно, там немножко. Ну, если это пустяки, годен. Спасибо. Казбек Памиров. Нет проблем. Я знаю. Вот теперь в дивизии все будет. И бензин будет, и керосин будет, и мясо будет. Ну что, старик? Узнаешь меня? Я-то тебя сразу узнал. Но ты достиг на постаменте. А я, между прочим, летаю на тебе. Ну, правда, во сне. А чего вы здесь? А ты? Ну что ж, командир, отметить надо, а? Давай. Отдыхай. Оставил хоть что-нибудь. Ну, плещется. Оленька, как вы думаете, все будет в порядке? Я имею в виду с ними. Командир, ваши опасения не обоснованы. У них анализы, как у допризывников. Их можно запускать в космос. Эх, Поленька, Поленька, если бы не обстоятельства, разве бы я стал их беспокоить? Будьте уверены, вы не пожалеете об этом. Они бравые парни. Я тоже надеюсь, что ветераны не подведут свою дивизию. А насчет цветов, это вы молодец. Поехали.
Смирно! Товарищ полковник, задание выполнено. Груз доставлен. Вольно. Вольно. Благодарю, мужики. Спасибо. Что привез-то, командир? Поросятинку. Молодец. Ну что, штурман, проложил курс по торговым точкам? Да трудновато стало, командир. Во время войны легче было. Спасибо. Ну как, инженер? Винты-то вращались. Они должны вращаться. Майор, журнальчик-то листал? А как же? Без них нельзя. Полиночка, прошу. Спасибо. Спасибо. Я очень рада за вас. Я тоже. Прошу в машину. Да ничего, командир, дойдем пешком. Пешком дойдем. Ну, как знаете. Ах, Полина, Полина. Командир, они неотразимы. Да. Слушайте, а кому это? Конечно, командиру. Откуда мне? Нет, да чего спорить-то? Один на всех. Ишь ты. Курс на солнце и невзгоды брали мы не раз. Промелькнули дни и годы под крылом у нас. Панаторы притомились, сколько ни форси. Все, ребята, отбомбились, выпускай шасси. Мы бомберы и без шуток, жить нам не с руки. А мы в любое время суток на подъем легки. А мы навеки подружились здесь на небеси. Все, ребята, отбомбились, выпускай шасси. Ах, какие ночи были, счастье без конца. Как удачно мы бомбили девичьи сердца. Где красотки эти скрылись, нету их вблизи. Все, ребята, отбомбились, выпускай шасси. Приземлимся, что там после, не дано нам знать. Было время бомбы сбросить, время собирать. Если где-то с курса сбились, Господи, прости. Все, ребята, отбомбились, выпускай шасси. Все, ребята, отбомбились, выпускай шасси. У меня к вам один простой вопрос. Я хочу услышать от вас один простой ответ. Деньги есть? А как же? Вперед! Зашли к вам на огонек. Я рада вас приветствовать в нашем ресторане. Добро пожаловать. Спасибо. Ваш столик. Отлично. Ну что ж, брат.
братцы, начнем? Пожалуй. Уйди отсюда. Выше голову, мы еще живы. А он же по первой наше северное сияние. Ну и память у него. Да, на это дело хватает. Ну, ребята, поехали, где наша не пропадала. Тебе, Вася. Ты тогда пожрать был здоров. Костя, не отвлекайся от северного сияния. Василек, и все как прежде. Не говори. Слава Богу, слава Богу. За нас. Ни одной капли. Грибоедов, кто бы мог подумать? Старый конь борозды не портит. Он ляжет в борозду и спит. Я оживаю. Я рада. Ну, Грибоедов, а ты разбираешься.
послушай, старик, сбиваешь с ритма. Пардон? А у меня серьезные намерения, понял? Понял. Уйди отсюда. Ну, Грибоедов, вы непредсказуемы. Бывает. Распрягайте, хлопцы, кони, та лягайте спочивать, а я вийду за зелені шатиніченько копать. Товарищ командир, прапорщик Дуля прибыл в ваше распоряжение. Ты влетаешь? Радистом. Как говоришь, фамилия? Дуля. Дуля? И это нам подходит. А скажи-ка, Дуля, для чего это летчику нужны две руки? Ну, чтобы держать штурвал и обнимать девочек. Ну, это банально. Летчику нужны две руки, чтобы брать две порции в столовой. Понял? Ну и еще один вопросик на засыпку. Что больше всего видит летчик в жизни? Голубое небо, солнце. Не точно. Летчик половину жизни видит авиагоризонт, а половину жизни профиль официантки в столовой. Обедал? Не успел. Счетом. Ну что ты? Ну можешь проверить. Я точно определил курс.
плевать на твой курс. Что я, ослеп? Мне и без твоих расчетов видно, что мы совсем в другом районе. Совсем в другом районе. Птичка божья! Слушай, кто из нас штурман? Я или ты? Да я минут тому назад сделал засечку. Мы сейчас находимся на 100 километров от Харькова. Понял? Все правильно. Как это не мое дело? Глаза-то у меня есть. Я вижу, что мы кружим над поселком. А по твоим расчетам, ты говоришь, Харьков скоро. Птичка божья. Харьков скоро. Вот надо же придумать такое, а? Да ты ему не мешай. Он продолжает вычислять даже тогда, когда самолет пошел на посадку. О чем они спорят? О чем? Не видишь, сбились с курса. Господи, всю жизнь с ними летаю, все время сбиваемся с курса. Мое дело горючее. Если их интересует, могу сказать, сколько его осталось. А это любопытно. Так сколько же осталось горючего? Передай командиру, что осталось на 10 минут полета. Ну скажи, скажи, я не хочу с ним разговаривать и ввязываться в спор. Мне надоело вот так вот. Минут 12 мы еще протянем. Командир, садимся. Ну, хватит рассуждать. Я начинаю фрегировать винт. Кто тебе дал право останавливать двигатель? Вах! Ну ты же решил заменить штурмана, а тебе положено вести машину. Ты бы раньше доложил, что кончается горючее. Куда же это мы закатились? Нет, штурмана Ваську менять надо, Да. Ну а что, третий козел был самый гладенький такой. Послушай, Чкалов. Ты лучше скажи нам, где мы сели? А где город? Море? Бабуля твоя. Ну, насчет бабули я перегнул, но это была такая похожая капна. А город ты где? Вам лучше знать. Вы же сажали машину. Ты чего? Думаешь, посадим самолет, они побегут узнавать, где мы приземлились. Ребят, вон узнайте у этой, у пастушки. Вон, красная шапочка. Туля, быстро к пастушке. Узнай, где мы сели. Слышь, ну особо не раскрывайся. Есть. Слушай, что это за местность? Сорочинцы. Сорочинцы? Да, а у нас сегодня ярмарка.
ярмарка. Ха. Командир, мы сели в сорочинцах. Ребята, сорочинцы — великолепный городок. У меня там... Кстати, там ярмарка. Ярмарка? Ребята, есть план. Вась, спецгруз помнишь? Да. Об чем речь? Так, Егор, остаешься за старшего. К пастушке особого секса не применять. Посмотри, сколько народу. И мужиков полно, а наших нет. Нет. Не нашли. Ой, говорила мне мама, не выходи замуж за летчика, все равно улетит. Не послушалась. Влюбилась в этого дьявола. А красивый был. До глубокой боли, до тоски. И все хорошо у нас было, а тут... С ума сошел. Не расстается с этими журналами, с этими... эротическими. О, Господи! Ой, а сейчас исчез, вот. Записочку оставил. Надюнчик. Змей. Выполняю секретное задание, твой Кость. Задание у него секретное. Мой тоже уходил. Оставлял записку. Совершенно секретно. Правда, возвращался через 2 часа. Под сильной банкой. А мой Вася был ласковый, спокойный, не пьющий и никогда не курил. Бывало, сядет в стороночке, просматривает фотографии старинные. Иногда всплакнет. Ой, а уж на свидание всегда с цветами приходил. А на танцах только со мной. Они интердолг выполняют. Да выполнялись уже. В Африке они. Как? В какой Африке? А вот в черной. С черненькими негритяночками танцует. Танец живота. Да мой Вася святой. Мой Костя, никогда. Ну, дуры вы, бабы, дуры. Ой, боже мой. Как тебя звать? Наталка. Наталка, как это хорошо. Где бы еще так полежать?
покажу Тане живота. Пойдем, Любань. Пойдем. Ох, и попался бы мой красавец. И намылила бы я ему образину. Считал. Он только своих баб считает. В журнале. Только журнальчик. Слушай, может, подождем до завтра, а? Кто здесь командир? Ты или я? Ты. Если не хочешь лететь самолетом, садись-ка и езжай поездом. В общем вагоне. Слышь, Ваня, а чего это наш Памиров струхнул, а? Винты вращаются? Вроде бы. Вперед! А если я забеременею? Женюсь. А как тебя звать? Егор. А фамилия? Дуля. Как? Дуля. А они без тебя не улетят? Ну что ты? Я у них самый главный. Ну, гляди. Командир! Стойте! Меня забыли! Меня! Командир! Стойте! Командир! Меня! Я не хочу жениться! Меня забыли! Я не хочу! Вчера. Развелось дофига. Костя, ребят, погоди, а чего это они там?
Ребят, это что-то меня настораживает. Погоди, погоди, ребят. Ну, это... Ребят, Иван-то не отдал бы. Прости, я сделаю анализ. Когор южнобережный. Трехгодичный. Пойдет на халяву. Ну что, что? Поле чудес. Они кого-то приветствуют. Вас, товарищ генерал? Да. Ну что ж, приятно. Узнали. А кому пришла идея использовать этот экипаж в бартере? Вам, товарищ генерал. Вы же сами на одном из совещаний говорили, что нужно использовать опыт пилотов старшего поколения. Ну да-да, припоминаю. Я всегда был за сплав молодости и опыта. Наши ВВС лучшие в мире. А что думает медицина? А медицина думает, что экипаж в состоянии побить все рекорды высшего пилотажа. Полина. Лена,
Спецгруз-то на борту. А как же? Ну-ну. Обязательно. Быстро к самолету и груз в машину. Есть. Подумайте о поощрении экипажа. Есть. Спецгрузом. Спецгруз выпит до дна. Итак. Серега, что делать? А это твои проблемы, Гена. Ты же знаешь, генерал шуток не любит. Он вас сухомятку съест. Чего у тебя с глазами-то? Ничего. У нас в роду все такие. А. Ну, опусти бочку-то. Это что, угроза? Нет, обещание. Подполковник Скелет! Как это могло случиться? Командир, а по-моему, все очень просто. Экипаж плохо закусил.
Спасибо, дорогой. Спасибо тебе большое. Брат будет очень доволен. Очень доволен. Такой сюрприз. Знаешь, приятно. Приятно. Он вас встретит на аэродроме. Да. Мы похожи, как две капли воды. Мы близнецы. А в следующий раз я загружу вам барашка. А наши летчики очень соскучились по шашлычку. Но есть только мягкие. А то у меня с клыками напряженка небольшая. Да, Ставин, не беспокойтесь, все будет нормально. Все будет нормально. Семерка, белая ночь, красавица. Ну, до свидания, всего спасибо. Всего хорошего. Аккуратно смотри. Ишак вроде бы. Это я вижу, что ишак. Не похож. Ну, как вам сказать, сходство, конечно, отдаленное. Опять же, с хвостом. Жигули, автомобиль знаешь? Седьмая модель, белая ночь. Брат, загружал? Загружал. Ну и где машина? Ну что вы так шумите? Животные нервные. И я, между прочим, тоже. Это, дорогой мой, шум, по-твоему? Это не шум. Ты не знаешь, что такое шум? Что ты мне ишак подсовываешь вместо «Жигули» седьмая модель? Где машина? Слушайте, вы очень похожи на своего брата. Я знаю, что я похож на своего брата. А машина где? Родственники укатили, а вам передали письмо. Ух ты, мой ушастик! Дорогой брат, мы рады сообщить тебе, что твой троюродный племянник женится на замечательной украинской девушке. Спасибо тебе и брату Жоре за свадебный подарок. Молодые наделись на Волгу. Когда родится сын, мы думаем, вы исправите ошибку. Приглашаем на свадьбу. Примите наш скромный подарок, и шаг всегда пригодится в хозяйстве. Обнимаем, целуем, твоя троюродная сестра Лейла из Конотопа. Из Конотопа большая Лейла. То, что этот балбес женится, это, наверное, хорошо. Даже очень хорошо. То, что он получит Волгу, когда у него родится сын, тоже неплохо. Ну уж куда лучше. Но я совсем не знаю никакой сестры Лейлы из Конотопа. Что вы говорите? Ай-яй-яй. Не совпало. Не знаю. А ишака будете брать? Оставьте его себе.
Одним исаком в экипаже будет больше. Я передам. Ну что, старик, не совпало? Ну ты не горюй. Бартер есть бартер. Обменяем тебя на цитрусовый. Понял? Штурман, куда летим? Куда надо, летим, куда надо. Слушай, Ленский, черт возьми, я же вижу без твоих расчетов, что мы совсем в другом районе. Барашек недобитый. Послушай, Онегин, ты больше мне выйди из самолета, не мешай работать. Ты что, ты посмотри на цифры. Мы находимся над озером. Вон купается моя бабуля. Мне наплевать на твои цифры. Я-то вижу, что мы находимся не там, где должны быть по расчету. Козлина поющая. Что, я точно определил курс. А ты мне можешь проверить? Что-то случилось? Опять сбились с курса. Как всегда. Разве не видишь? А не доспорится, пока не кончится горючее. А если их интересует, могу сказать, что его осталось на 15 минут. Не может быть. Может, но это не самое страшное. Страшное впереди. С вами не соскучишься. А как же? Слушай, Вань, кто из нас штурман? Ты или я? К отметке 3.62. 20 минут лету. 20 минут. Ну что за сомнение? Не 3.62, а 2.87. Прошу не путать курс со старыми ценами. Тебе что, водка довоенная снится? Меня минут на 20 хватило. Я говорю, на 15. Ну, хватит рассуждать. Я буду флюгировать винт. Кто тебе дал право останавливать двигатель? Ну, ты же решил заменить штурмана. Почему бы мне не заменить пилота? Я бы на твоем месте этого не делал. А ты на своем месте ничего не делаешь. Самолет летит, колес. О! И как это моя бабуля? А, нет, это похожая на нее копна. We'll be right back.
Ребят, хорошо сели. Гладенько так. Никаких козлов. Эх, Вася, не туда сели. Горе ты без ума. Слушай, Иван, ты больше мне не друг. И все. Здесь это хорошо сели. А куда сели? На это разберемся попозже. Ну что? Ну, с ними не соскучишься. Ребята, нужно срочно менять Грибоедова. Иначе мы опять влипнем в историю. Ребят, а уже влипли. Вон моя бабуля. Надюнчик. Дуля. Я? Сейчас будет полтавская битва. Да ну. Ну, здравствуй, Костик. Ты чего? Чего? Как по вывеске, так жизнь бурная была. Ну, змей. Ну, ты меня достал. Чего, Надь? Васенька, душа моя, и состковалась я по тебе. А ты? Ну, чё ты как не афишируй? Мне тоже. Во. Ванечка, вот мы и встретились. Не был. Не знаю. Не помню. У тебя никаких не было проблем в небе Африки? Не был. Не знаю. Не помню. Так дома будут. Не был. Не знаю. Понял? Не понял. Дуля, представляешь, если бы пришли 5 моих жен? Что бы тут было? У вас 5 жен? 6. Скоро будет. Ну, вы даете. Эй, ты, проснись. Да проснись же ты. Мне цветы нужны. Дуля. Какая Дуля? У меня что? Деньги не такие, как у всех. Прапорщик. Дуля. Сумасшедший. Уже успел напиться. Понимаешь, мне сон приснился. Крыша едет. Ненормальный. Дуля, Вита, поторгуй.
мне сон, приснился, что мы опять вместе летаем, как прежде. Летаем, летаем. Отлетались. Ты вот посмотри, я бы не отказался. Да, отбомбились. Ты знаешь, сон, ну просто как наяву. Казбек. Гвардия майор Памиров. А, это ты, Вася? А ты знаешь, Казбек, какой мне сон приснился. Тебе приснился, а у меня наяву. Делом займись, Вася, делом. Делом займись. Да, команда перестроилась. Не совпало. Ваня! Ваня! Вася! Вася, Василек! Ох, ну и нюх у тебя на это дело! Погоди! Ты знаешь, какой мне сон приснился, будто мы опять летаем! Летаем? Да. Вот за это я и выпью, а тебе нельзя. Из-за подагры. Будь здоров, Вася. Спасибо. Будь здоров. Как был жмот, так и остался. Этот букет роз. Полина. Да. Вы меня не узнаете? Нет. Я майор Грибоедов. Мы с вами танцевали. Нет, вы ошибаетесь. Возможно. Так сколько стоит этот букет роз? Этот? Примите от майора Грибоедова. Спасибо. А вы непредсказуемы. Бывает. До свидания. Курс на солнце и невзоды. Брали мы не раз, промигнули дни и годы. Под крылом у нас, но моторы притомились. Сколько не форсим, все ребята отбомбились. Выпускают шасси, мы бомберы. Шуток, жить нам не с руки, мы в любое время суток на подъем идти, мы навеки подружились, здесь на небеси, все ребята отбомбились, выпускают шасси. Ах, какие ночи были! Без конца, так удачно мы бомбили девичьи сердца, где красотки эти скрылись, нету их вблизи, все ребята отбомбились, выпускают шасси, приземлимся, что там после. Время собирать, без
где-то с двух сбились.